всем сестрам по серьгам. Там больше медаль делать. Приказом номер 28 от 27 июня грамотно награждается Островский Александр Васильевич. Где, потерялся что ли? Нет, нет, не может быть. Александр Васильевич. За любовь к родине. За достижения в подготовке к выпуску журнала. Грамотой награждается Смоловский Анатолий Григорьевич. Все фотографы нормально. С той стороны дали. Нет, не уроню. И денежной премии тоже. Служу России. Поздравляем. Спасибо. Награждается Хренова Наталья Петровна. Сейчас, Наталья Петровна, секунду. Я не успеваю, зама нету. Спасибо. Чифонов Игорь Герасимович. Поздравляю. Доброго отечества. Первого ранга Шигин Владимир Веленович. Никонорова Ольга Владимировна. Надо наш лагерь. Да. Поздравляю. Первый раз. Да. Но не последний. Чем она объяснила? Второго ранга Акимов Евгений Борисович. Поздравляю. Рамочку возьмешь и мне доложишь. А? Есть. Алдакушкин Василий Петрович. Петрович, подожди. Фотографируй. Я кино снимаю, Петрович. Кино. Онегин Василий Васильевич. Я тоже не видел уже лет 15. Не может быть. Первый ранг Комаров Сергей Николаевич. Кошкина Елена Викторовна. Капитан-лейтенант Гордеев Дмитрий Анатольевич. Поздравляю. Первая ранга Иванов Вячеслав Михайлович. Нет его. Нету. Так, награждение произведено. Я прошу поднять всех наш первый тост за наш журнал, которому исполнилось 158 лет. Дорогие друзья, за наш журнал, за его дальнейшее процветание, наша флотская троекратная 3-4. Ура! 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 А не выпекли нам по рюмашке. А ты чего не капаешь? Дорогие друзья, значит, пока закусываете, значит, такие два технических момента.
просьба, да, значит, как опыт долгой службы в флотской показывает, что если начинают по полной, выступить успевает 4-5 человек. Потом уже все распадается на микродукты. Поэтому пока давайте мы так не совсем по полной. Запаса у нас много, хватит до утра. Вот. И вторая просьба к выступающим. Говорить подробно, но лаконично. Чтобы так, значит, раз, раз, и мы в теме официальную часть прошли и перешли к неформальному уже общению.